Привет, с вами я, Александр Сучков, с вами я. Мы играем в Warface. Мы сегодня тащим на нефтебазе. Да, подпишитесь на канал Бас, пожалуйста. И я не затащил, да. Извиняюсь, что начал вот так вот, то есть сразу, но я хотел вам все-таки показать, как я играю. Точнее, доигрываю вообще эту катку и выигрываю мы. Но то, что мы выиграем, это еще не точно. Вот поверьте, это правда. О, конечно же, конечно же. Так, ладно. Мы вообще сегодня должны затащить. Потому что если мы затащим, то мы просто затащим. Потому что мы команда, мы сила. И все. Больше я не знаю, что это. Да. Так, ладно, ладно, ладно. Так, опа. Поймал. Поймал двоих. Охрененно. Перчаточки там не помогают, ребят. Опа! Третьего поймал. Гранатку. Кинул мне. Ладно. Все равно мы сегодня, наверное, затащим. Ну, это, ребят, точно. Точно, не точно, я не знаю. Но, наверное, все-таки, если мы тащим хоть как-то. Со мной, кстати, на почти последнем месте. Ну, ладно, как бы, мне все равно. О! Эй, тетка! Эй, тетка! Слушай, тетка! А, блин. Ну, я хотел тебя убить, ну ладно. Да, что-то мы вообще не тащим. Нет, мы тащим, но не тащим так, как я ожидал. Да, мне что-то эти элитки не помогают вообще никак. А, это свои. Бля, я вообще... Ой, убил, конечно же, меня. Ладно. Значок себе получится. Какой-нибудь. Может, достижение пройдет. Ладно, осторожно, просто. Граната! Да как-то все равно. Граната, я играю пошла ради удовольствия. Я не люблю эту игру, но мне приходится в нее играть. Поэтому я просто в нее играю. Опа! Хэдшот так, даже не прицеливаясь. Охренеть. Как ты меня увидел-то, я не понимаю. Как ты вышел и прям убил меня? Ты меня удивляешь, че? Вообще. Кидаю гранату! Тихо. Опа, блин. Все, снипанул. И его сразу убили. Охренеть, как я помог. Ну, 10 этой хрени, которую мне дали, это очень мало. Граната! Дофигища. А, ну что-то я вообще никого не могу убить. Вообще никого. И смотрите, как тащ, что-то. У них почти все меды. Не тащит. Осторожно, граната! Ребят, вот вы сейчас смотрите, и вот, пожалуйста, подпишитесь на мой канал на базу. Прошу вас, просто. Если вы подпишетесь, вот прямо сейчас, если вы подпишетесь, то мы затащим. А если нет, то затащим в следующем видеоролике. Это я вам гарантирую, это гарантирую вас, ребят. Так, продолжаем. Дофигища опыта мне дали. Нет. Почему же я тебя не убил? Я в хэдшот тебе попадал. Я в подкате, блин, в подкате хотел сказать. Ай, вообще не умею говорить ничего. Блин, потому что сегодня после КС-ки я вообще ничего не знаю. Я разыгрался и должен снять дофигища видосов. А именно три. Это именно третий видос, который я за сегодняшний день снимаю. Как вы видите, сейчас ночь. И вот несколько часов назад, а именно час назад, где-то, несколько, не знаю, просто где-то час назад я играл с друзьями в CS 1.6, мы там тащили, и я про это не снимал видео, это было закрытое как бы трансляция. Это вообще не было трансляции, просто мы их тащили с компами, и, то есть несколько компов, и мы там тащили. Да, выглядит странно, но мы тащили. Да, нас было трое. То есть, ну ладно, я вам про это не буду рассказывать, потому что мы играем. Граната! В общем, ладно. Граната! И вот после этого вот я пришел наконец-то в этот, как его, блин, как его звать, Warface. Вот я вот решил, так как я разыгрался в CS 1.6, я решил, блин, а чё бы про Warface у меня не снять? Граната! Хотел Outlast 2 проходить, но так как не было времени, граната, мне пошла, пришлось снимать это... Это... Ну, короче, этот Warface, да. Кого не убил? А, охренеть, все, мы затащим сейчас. Это просто охренительно. 3 минуты остается, да.
Кидаю гранату. Еще раз, ребят, извиняюсь, то, что начал не сначала. Довольно-таки, блин, очень хороший, наверное, получится задача. Ну или мы просто проиграем. Но я ненавижу. Я понял, что я в Warface ненавижу медиков, потому что они со своими дробовиками против и резают там Рэйми. Это тоже бесит. Ты там, например, стараешься, убиваешь врагов, а их просто резают, и они опять становятся врагами. То есть их опять приходится убивать. Ну, чаще всего это не получается сделать, и меня убивают, а команда еще не тащит, поэтому в Рэйми я проигрываю. Да. И проигрывать я что-то стал очень-очень офигительно. Да конечно, ты там прям стоишь, блин, кемпер хер. Что-то все, мне уже все, мы как будто уже все проигрываем. Я не хочу в следующей части снимать именно про нефтебазу, мне это достало. Должны затащить, это мое удол. Хотя нет, ах ты через стены стреляешь, охренеть. Роман, ты что? Через стены стреляешь? Нет, нифига не показал. Хотя хрен его знает. Возможно, ты так и делаешь. Так. Ну давай! А, не убил. Ладно, не убил, не убил. Все. Так. Осталось совсем чуть-чуть, одна минута. Мы должны затащить. Мы обязаны затащить, потому что если мы не затащим, то мы не затащим. Да. Так. Да, так, пробежали, блин. Тихо. Подкат! Вот как ты так делаешь-то, я не понимаю. Вот как ты так делаешь? Все, осталось совсем чуть-чуть. Не чуть-чуть, а вообще чуть-чуть. 10 почти киллов, так, просто вам говорю. На самом деле уже 5 осталось до конца игры. Так. Нихрена. Нихрена, они просто сливаются. Просто они сейчас сливаются. Так и есть, сливается. Все. А, ну ладно, я не возродился. Это довольно-таки круто. Мы затащили, мне это понравилось. Посмотрим, сколько мы заработали этих долларов, мана. Мне так кажется, то, что мы сейчас заработали дофига этих долларов, опыта и всякой другой хрени. Да, на самом деле мы победили, и нам всего лишь 945 долларов дали. Зато нам опыта дофига дали. Если бы у меня был еще ускоритель опыта, а он у меня был вчера, сегодня его почему-то нету уже, я бы получил дофигища опыта. Но так как я, можно сказать, тупой, и не сделал данный видеоролик вчера, а вчера у меня было дофигища времени, то я просто не стал играть, да. О, смотрите, сколько опыта. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.